52-летний молдавский вор в законе Владимир Москальчук, более известный в криминальных кругах как Макена, имеет хорошие шансы встретить Новый год в домашней обстановке. По информации СМИ, уже в ближайшие недели авторитет может откинуться с зоны досрочно. Как сообщает информационное агентство, в 2012 году Макена был осужден за кражу в крупном размере. Однако накануне Кишиневский суд решил сократить срок пребывания Москальчука в местах лишения свободы на 6,5 лет из-за того, что тот содержался в нечеловеческих условиях. Помимо этого, в октябре текущего года ЕСПЧ установил, что авторитет находился в СИЗО более 2 лет, что не соответствует правилам европейских конвенций. Впрочем, представитель Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдавии обратился к вышестоящей инстанции и потребовал отменить решение суда. Судьбу Москальчука решит апелляционный суд молдавской столицы. Ожидается, что решение будет вынесено 14 декабря. Адвокаты высоко оценивают шансы Макена выйти на свободу. Владимир Москальчук родился 15 мая 1967 года в Кишиневе. Коронован в 2001 году. За плечами Макена ходки за шантаж и вымогательство, а также кражу. Сегодня его считают одним из самых уважаемых воров в законе, проживающих в Молдавии.